сьогодні ми зустрічаємось з другом нового дня Катериною. Вона не раз давала корисні поради у наших рубриках. Коли ви приходите в магазин, ви повинні точно знати цель, да, то есть какой аромат вы хотите, или это дневной, или вечерний, или это романтический может быть аромат. Катерина – мати двух синів, займається мережевим бізнесом в індустрії краси. Меня вдохновляют лидеры, которые успешные, меня вдохновляют истории, меня вдохновляют мамы, у которых трое и четверо детей, и они успешные с нашей компанией. Также меня вдохновляют сейчас люди, которые... которым за 70, за 80, а они модели. Успешная женщина та, которая развивается. Да, не всегда все получается, как хочется. Да, может, хочется побыстрее. Но как бы у всех у нас разные возможности. Но не стоять на месте. Потому что даже вода, когда стоит на месте, вона пропадає. Жінка з 28 років у бізнесі, незалежна матеріально. Тому хотіла, щоб кожен, хто має потребу в роботі, знайшов її. Было бы интересно, если бы, например, сделать какой-то там марафон профессии или марафон интернет-компаний, чтобы на улице вышли эти компании с промостойками, с листовками, чтобы люди об этом знали, что это будет, чтобы пришли мамы с колясками и так далее, и узнали о тех возможностях, которые есть. И, возможно, таким образом кто-то, как и я, будет в декрете, но работать, зарабатывать. Одна з найважливіших цінностей для Катерини – це її сім'я. Старший син Ростислав грає на саксофоні та малює, а молодший Артем вчиться творчості у брата і мами. Частенько всією сім'єю вони гуляють містом біля річок. Ми пішли з яхт-клубу вдоль річки, ми дійшли до Намива, по всій набережній Намива, і тільки оттуда ми уїхали на маршрутку. Ми пройшли багато километров, мы нашли несколько площадок, то есть ребенок поигрался с детьми вообще другого района, то есть мы получили сколько удовольствия, понятно, что на маршрутке уже уснул, когда мы ехали, но вот как бы есть все-таки место, где ты можешь пройтись и как бы отдохнуть, расслабиться и так далее. Катерина с детства хотела жить саме в Миколаеве. Я сама посерединке жила между Херсоном и Николаевым, и почему-то с детства меня Николаев привлекал всегда. Многоэтажные дома. Меня привлекали все светящиеся надписи, когда вечером проезжали мимо. То есть весь город светится, магазины светятся. Ну а для ребенка это впечатление мне хватило на всю свою жизнь, чтобы осуществить свое желание жить в Николаеве. Вот и все. Просто. Звісно, їй би хотілося зробити щось для власного міста та покращити його стан. Я часто вижу в Фейсбуке, уже когда прошло какое-то мероприятие, там очищали какой-то парк. И я это вижу, когда это уже произошло. То есть я не могу принять в этом участие, потому что я этого не знала. И было бы хорошо, вот когда что-то организовывается такого плана, чтобы были какие-то бигборды, действительно, вот едешь на маршрутке, идешь, и ты видишь, что такого-то числа где-то будет наводиться порядок. Чтобы было желание, ну, я уверена, что есть люди, которые хотят принять в этом участие, но не знают об этом вовремя. Разом с такими людьми ми зможемо змінити місто на краще.